Hey, всем привет, друзья, с вами Крис, вы на канале Крис Писплей, и у нас продолжение The Forgotten City. Мы, в прошлый раз, остановились в бане, а если ты этого не видел, то вот здесь будет ссылочка. Предыдущее видео с плейлистом и всей красотищей красотой. Помнишь, что у нас было? Я вот уже, блядь, подзабыл. Тут столько всего одинаково происходит, что у меня уже какая-то путаница в голове происходит. Вот что происходит, путаница в голове. Видишь, как много у меня слов происходит? У меня слабенький словарный запас. Вот такой вот я долбоёб. Короче, мы сейчас что делаем? Мы сейчас идем с тобой куда? Вот мы идем вот на эту желтую флаг. Вот этот желтый флаг. Мы туда придем сейчас и будем там ходить. Видишь, придем и будем ходить. Вот такой вот я подтверждаю очередной раз свой слабенький словарный запас. А что мне остается? Мне никуда не остается. Ты мне не оставил выбора. Мне приходится использовать одни и те же слова по кругу, чтобы ты был доволен и счастлив, понимаешь? Идем мы, короче, к Ливии. Ливия — это женщина. Это не страна. Это женщина. Женщина такая немножко со странностями. Немножко, я бы сказал, даже ебанько. Потому что... А как ее еще назвать? Ну, понимаешь, когда она стоит к тебе все время спиной... Взять. А тут все время появляются динарии, видишь? День новый, динарии новые, все новое, женщины новые, все новое. Прекрасно. Жизнь удалась, представляешь? Каждый раз для тебя все по-новому. Но ты прекрасно помнишь, что было раньше. Но опять денежка и все такое. И все у тебя новенькое, и все у тебя хорошенькое. Короче, блядь, где-то ебучая Ливия. Ливию, я даже не помню, подожди. Старый сундук. Еще динарии, видишь? А, сосуд с вином еще есть. Нихуя себе. Сосуд с вином. Возможно, последний сосуд с вином в городе. Вот это хорошо, блядь, это заебись. Так, и нам сейчас нужна наша Ливия. О, подожди, что-то здесь какая-то пизделка, да, была? О, нихуя себе, не голову. О, блядь, не голову повернули. Обе повернули голову, пиздец. Когда они поворачивают голову, надо съебывать. Знаешь почему? Потому что день в этом случае обнулится. Заново придется все начинать. Это какая-то хуйня, мне так не нравится. Я не люблю, блядь, заново все начинать, потому что, ну зачем? Ну зачем, блядь, 10 раз одно и то же делать? Мне уже, честно говоря, начинают заебывать. А одно и то же, блядь, ну не знаю. Так, это Лиана, да, под которой я не могу заползти. Бабочкам. Я забыл, где тут этот короткий путь-то к Ливии. Он вообще даже не что короткий, он один, а я его не могу найти. Ну давай, ты пошел, блять, он мне так еле ходит, еле-еле ходит. Вообще не шевелит своими ногами совершенно, и вообще похеру. Хочешь ты, не хочешь? Так, блядь, это сюда. Это куда? Это сюда. Нам вот, короче, вроде правильно, да, идем? Да, вот так вот. В общем, вот эта лесенка. Па-па-па-па-пам. Нет, нам наверх, нам вот сюда, да. Все, видишь, помнил. Вот здесь. Три пасти свои вытянул Цербер и трижды гряду брехнул. Ливия, хватит бормотать, как Медея над котлом. Распугаешь мне всех клиентов. Да, блядь. Ливия сейчас не может говорить. Ну, те занялись ремеслом, как бытию, подражая былому, но им неведомо. А, опять началось, ты совсем на своей волне, верно? Да, блядь, алло, гражданки, дайте мне поговорить. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, Ливия, еба, я не хочу возвращаться к тебе. А как море земные все реки так принимает, и он все души? А не может он тесным для населения стать, прибавление толп незаметно. Так, я уже все знаю, я знаю, где мы. А, произнеси эти слова. Скажи, так его называют! Подземный мир. Значит, это правда? Я была права? Да. Я думала, что видела его, но остальные нет. Мне все казалось, может, я просто сошла с ума. И мне приходилось снова и снова говорить себе, что я не ошибалась до тех пор, пока, когда я уже не была уверена, говорю ли сама себе правду. Если мои слова казались тебе непонятными, я прошу прощения. Наш великий поэт Овидий и его метаморфозы приносили мне утешение. Он так невероятно точно описывает это место, что ты невольно задумываешься. Он приходил сюда сам? Хочешь послушать? Давай. Я добавил немножко экспрессионизма. Или как называется это? Экспрессии, вот. Экспрессии, потому что она такая нудная. Конечно, так. Ох, память, мне пора бежать. Конечно, давай. Я постараюсь припомнить, как было в стихах. Есть по наклону тропа, затененная тисом зловещим. К адским жилищам она по-немому уводит безлюдью. Медленный стикс испаряет туман, и новые тени там спускаются вниз, и признаки непогребенных. Призраки. Дикую местность зима охватила и бледность. Прибывшим душам неведомо, как проникают в стигийскую, к стигийскому граду, где и свирепый чертог обретается темного дита. Ебать, этот вместительный град, как море, земные все реки
так принимает, и он все души. Не может он тесным для населения стать, прибавление толп незаметно. Я нихуя не понял. А бродят бесплотные, там и бескостные, и бледные тени, площадь избрали одни. Те сени царя преисподних. Те занялись ремеслом, бытию подражая былому, а те все равно навлекли на себя наказание. Надеюсь, я ничего не опутал. Блять, мне кажется, сейчас сатану призовут с такими стихами. Реально. И теперь, когда у нас есть общий секрет, у меня будто с души упал камень. Спасибо, мой друг. Думаю, мне нужно отдохнуть. Я думаю, мне нужно осознать, что ты вообще там сказала. Я нихуя не понял. Так, поговори с Ливией о позитивном мире. И чего, блядь? И чего, блядь, Ливия, алло? Дальше что делать? Я с тобой поговорил. Что ты хочешь? Доп задание завершено, ящик Пандоры. Что-то мы завершили, да? Ой, блядь. Что-то меняется у нас, завершается, но как-то мне не прибавляется особой ясности. Дальше-то чего? Ливия, мой друг, ты даришь мне надежду, желаю тебе пойти по стопам Геркулеса и вернуться под лучи солнца. Ладно, хорошо, блин. Ну ты пиздец, конечно, да, гражданка? Так, где это вот это стоит? Мне так нравится твоя одежда, она такая экзотическая. Это все, это какая-то ебнутая, это Аврелия, я даже слушать ее не буду. Она все время какую-то чушь несет. Так, извини, но ты зря тратишь время. Видишь, она все время какую-то хуйню несет, я ей говорю. Я ищу Хабаша, видела его? Не видела его уже пару недель. В последний раз, когда мы виделись, он сидел за столиком с Георгием, они шептались и обсуждали какую-то работу. Помню, они постоянно оглядывались, как будто не хотели, чтобы кто-то еще об этом знал. Ну и я, естественно, заинтересовалась. Я расслышала лишь одно слово – исчезновение. А на следующий день Хабаш просто испарился. Совпадение? Не думаю. Ебать, совпадение? Не думаю. Понятно, блядь. Ладно, встреча. Так, Хабаш, он где-то был здесь, помнишь, мы искали его дом, мы нашли. Ладно, короче, следующее, знаешь, я думаю, надо делать? Нам надо идти наверх, вот туда, вот каким-то там... Вот задание. Где оно? За закрытыми дверьми, заноза в лампе, греческая скрижаль. Вот она, римская скрижаль. Эквития сказала, что мне нужно отыскать римскую скрижаль. Считает, кому-то из сектантов может быть известно местонахождение римской скрижали. Руфий христианин, он может быть... А, вот мне нужен Руфий, да? Нерон уверен, что Малеол, Квикций христианин. Возможно, ему известно, где такое святое святилище. Так, мне нужен Малеол, Квикций, Квинкций, Руфий. Вот кого-то из них... Короче, блядь, здесь знаешь, самое простое? Ты просто идешь, кого встречаешь, с кем говоришь. Что-то может появиться. Вот такая вот хуйня. Потому что я не помню даже их внешних, как они выглядят вообще все. О, блядь, здесь не ходил, да, мне кажется? А, нет, ходил. Это эта хуйня. Это вот типа спуск, вернее как, этот зал, и дальше, если пройти через здание, ты выйдешь на площадь. На площадь, где будет там хлебопекарня, это вся шляпа. А нам с тобой надо... мне показалось, что приближение такое случилось такое. И типа, что-то должно произойти. А нихуяшники. О, стоит. Так, Витя, что-нибудь знает. Давай, поворачивайся. Так я не все долгие, блядь, поворачиваться вот так. А, и снова АВ. Как продвигаются поиски? Можно поспрашивать тебя про побег из подземного мира? Конечно. Ладно, лучше вернуть дела. Ты долбоеб, что ли, блядь? Что ты поспрашивал, так называется? Да прибудет с тобой фортуна, но может она ей не понадобится, ведь с тобой призерпина. Вот это поговорили, блядь, Гораций. Ну что еще? Да что там? Так разговаривать? Ты даже не повернулся ко мне. Ты не выявил ко мне должного уважения, мразь. Кто еще-то здесь есть? Как и всегда, жрица. Посмотреть. Свершивший грех погубит всех. Мне надо хоть кого-нибудь найти? С кем я еще не говорил? Лукреция. Вернее, в смысле говорил, но что-нибудь, которое новенькое появится. Я думаю, знаешь, кому пойти? Сейчас. Да пошел, да, сок, блин. Да уже давали ей сок, блять, ей уже хорошо, это Юлия, отстань. Да, до меня дошел слух, что она заболела, и мне захотелось помочь найти лекарство. Давай сложу. Откуда тебе было известно, что ей нужно именно это лекарство, и как тебе удалось его отыскать? Хотя не важно. Тебе только что удалось спасти жизнь. Есть чем гордиться, возможно, через пару минут она и сама тебя поблагодарит. И может расскажет, кто ее отравил, и про какую черноглазую змеюку она бормотала. А пока я с радостью помогу, чем смогу. Так, я пойду, отъебись. Понятно, да-да. А Юля все валяется у нас. Сейчас она встанет. У нас же, видишь, день повторяется заново. Вот у нас раз, новый день. Хуяк, и заново все. И опять она отравлена, опять она валяется. Все люди воскресли. Я вообще про это забыл. Что-то как-то. Старый сундук заперт. О, нихуя, его можно открыть. Не надо где-то ключ найти. А где его найди? Где ключ найти? Стеллаж с травами. Посмотреть на статую. Пиписька, да? Пиписька во весь экран. Каменная статуя Аполлона. Ну понятно. Где ключ у нее валяется? Вот где Сучандра? Где он может быть? А, Юлия стоит. А, Юлия! Добрый день.
Как вы себя чувствуете? Я принес вам лекарство. Вам как, хорошо, нет? А, вот ты, извини, я до сих пор немного не в себе, но спасибо за попытку помочь. Тебе что-то нужно? Лукреция сказала, что мне нужно отдыхать. А, видишь, ничего нового не появилось. Что мне от нее надо? Нихуя мне не надо. Мне нужно ключ найти, но она мне вряд ли его даст. Да? А, медицинский инструмент. Ключика нет. Все, пиздец. Вот эту штучку не открыть. Ладно, блядь, идем дальше. Нам нужен Руфи. Или... Я вообще знаю, что надо считать, кто нам нужен. Нам нужен Дулли. Вот. Дулли. Потому что он ходил на цистерны, которые наверху, и его поймали, посадили. Тебе удалось с ним разобраться? Да. А, да, несчастный случай, это мы все читали. Но да-да-да-да-да. Так, если я тебе отвечу, то мне придется признаться в убийстве. А, типа, да. Ну, это... Просто идем... А зачем вот нам одно и то же? Блять, а что я сказал-то? Подождите! Блять, а что я сказал такого? Вы ёбнулись? Граждане, я вообще никого не говорил. А, обыскать. О, давай еще возьмем. У нас еще дохуище, да? Ну, все равно мы грех совершили, поэтому съебываем. Еще раз сейчас начнем. Так, да, с этого момента. Еще пиздец. Я что-то даже не обратил внимания, что я сказал, я забыл. О, нихуя себе, видел? Стрела попадает, и ты такой становишься золотой такой. Покрываешься золотом с ног до головы. И все, и вот так вот заебись это выглядит. Крашивенько. Хорошо, блядь. Ладно, мы сейчас там вернемся и пойдем искать Руфия. Интересно, а внизу никого нет. Блять! А я че упал вообще? Ой, барон, блядь, пиздец, я упал. Времени может не хватить, прикинь? Может не хватить ебучего времени. Это плохо, это очень плохо. Это прям хуёво, я прям даже не знаю, как мне дальше быть. А если я не успею? То что будет? Вот что будет, если я не успею? Я не успею обновиться? Блядь, их так много, да? Дай пройти, сука. Стоит, блядь, в жопе стоит, закрыло всё хуям. Время у меня осталось, ну, примерно четверть. Четверть времени, но я вроде успеваю. Главное не наебнуться никуда, и ни с кем, и никогда. Вот это самое важное в жизни. Не наебнись никогда ни с кем и никуда. И все хорошо будет. А, все, блядь. Начинаем заново. Ну, как бы заново. В сотый раз. Руфи, Руфи. Ну, пиздец, мне надо просто со всеми разговаривать. Иначе я не понимаю, что делать. А... О, нихуя себе. Смотри-ка, скроллом можно делать фонарик достать. Ебало, да? Лайт. Салви Фрэнк, скажи... Кто ты и почему выглядишь так, будто у тебя только что отделили гладиатором? Так, что-то уладить. Мы с тобой разговаривали уже, все, заебал. Одно и то же говорим 10 раз. Да-да-да. Не вопрос за встречу, все, до свидания. До свидания, блядь. Куда мне лучше пойти? Пойдем наверх, все равно мы здесь, да? Так, смотри, что можно делать, да, фонариком. Я и не знал. Лук есть. Есть, можно стрелять. Стрела, ее не взять, да? Блять, пиздец, потратил стрелу просто. Так, то есть здесь сундук есть. Здесь есть денежки и сундук. А... Вот. Много, да, так, кинарев у меня? У меня уж прям дохренища кинарев. Прям пиздец. Мне прям хорошо, блядь, в динариях. Такое количество динариев, что... О, даже решеточка. А что это такое? А как туда попасть? Подождите-ка, а как мне туда проникнуть? А вот никак, блядь. А вот никак. Или подожди, можно? Не, никак. Ну реально никак. Ну никак вообще, блядь. А если в воду ёбнется? Бульк? И куда я упаду? Пиздец, ноги себе переломай, да, хуем. Вот будет заебись, вот будет хорошо, прям. Блин, я точно что... Я не врубаюсь, куда мне сейчас идти. Потому что... Непонятно. Пойду искать хоть кого-нибудь. Во, во, мужик. Галерий, стоять. Это, галерий. Это который сверху, да? Не, я пойду. Ничего полезного мне не скажет. Так, ладно, хорошо. Побежали наверх. Сходим наверх. Или давай сходим к Малеолу. Точно, блядь. Пойдем к Малеолу. Он все равно здесь рядом находится. С ним поговорим. Может, от него что-нибудь узнаю. Потому что пока что-то не... Я не понимаю, не врубаюсь. Гораций. О, Гораций, блядь. Нет, тоже ничего. Вообще, вот так вот все. Пришел, ничего новенького пошел. Пришел, ничего новенького пошел. Так, мужчина, заканчивайте, блядь. Заканчивайте изучать вот эту хуйню все, которая валяется на земле. Так, мне нужно поговорить с Юлей. Так, тебе что-нибудь известно об исчезновении Сентилы? Давай с этого начнем. Слушай, я не похищаю женщин, они приходят ко мне, а потом возвращаются, если ты понимаешь, о чем я. Кажется, ты что-то скрываешь. Так, да, кажется, я более-менее понимаю, о чем речь. Давай вот так выберем, первый вариант. Ты не знаешь, Стеркус, что я не знаю. Мне нужно поговорить с Юлей. Ее здесь нет. А где она? Пришлось доставить ее в клинику Лукреции сегодня утром в храм Аполлона. Она была больна. Ну, как по мне, просто притворялась, как обычно. Ладно, пойду. Вот Ева. Неважно, просто помни, я буду наблюдать. Да-да-да, наблюдай за бетонной плитой. Видишь? Хуяк, вот, видишь, молодец. Я ему сказал, стал наблюдать.
Ну, а хули такой? Послушный гладиатор. А хули нет? А хули? А вот так. Так, идем к этому, к Малиолу. Малиола, ёба. Здоров. А, Домица обычно никогда сюда не... Да-да-да, это мы читали. Ига, как тебя... Итак, тебя зовут Квинкций. Спросить Малиола, не Квинкций ли он. О, мы сделали это, хуясь, заебись. Мое имя Марк Малиол Гургит. Ты с кем-то меня путаешь. Марк Малиол Гургит. А если наоборот, Тигруг Лоеллам Крам. Бывает такое, знаешь, человек берет и свое имя там меняет на похожее и типа вот. Один глаз зеленый, другой голубой. А, ну точно, блядь. Про него рассказывали, помнишь? Совсем как в приказе императора Нерона о казни. Это его искал этот убийца. А ты про мою гетерохромию. Моя вина лишь в том, что у меня глаза разного цвета. А я далеко не единственный с такой патологией. Она была у Александра Великого. Я считаю, что так боги отмечают прирожденных лидеров. Ничего больше. Так, пока я не могу доказать, что это ты, но только пока. Так, судя по всему, Квинкси страдает манией величия. Ошибка вышла, забудем. Квинкси страдает манией величия. Давай его немножко с этого. Второй вариант выберем. Немножко его за яйца схватим, чтобы он, типа, как он будет реагировать, если я его возьму? Ну, как бы такой легкий блеф. Я не страдаю никакой манией. Я сегодняшние выборы... И сегодняшний выбор это докажет. А почему? А почему он сказал, я не страдаю, если я назвал его Квинкси, а? Я сказал, Квинкций, похоже, страдает манией величия. Он такой, я не страдаю никакой манией. Представляешь? Значит, это Квинкций? Нет? Пока я не могу доказать, что это ты, но и только пока. Сомневаюсь, ведь доказывать нечего. Тебе еще что-то нужно? Так. Тебе что-нибудь известно? Так, знаешь, где найти римскую скрижаль? Да, вот это? Слушай, если бы у меня была римская скрижаль, я бы с радостью тебе ее продал. Но у меня ее нет. Ясно. Ясно, это типа иди нахуй, переводится. Тебе что-нибудь известно об исчезновении Сентиллы? Конечно нет, я всегда говорил, есть Сентий за собственной... Если Сентий за собственной дочерью уследить не может, как он уследит за целым городом? Что-то не договариваешь? Слушай, если пытаешься ее найти, загляни в цистерны под виллами. Домицы нашел там чье-то тело пару недель назад. А как туда попасть-то? Хочу убедиться, что мы друг друга поняли. Если с тобой что-то произойдет, я ни при чем. Блять, пиздец. А как туда попасть? Надеюсь, выход найдешь. Да, я найду выход. Я не врубаюсь. Цистерны. Пойдем с вами сюда. Может, что-то увидим? Под виллами. Что такое виллы и что такое цистерны? Что такое цистерны? Я представляю себе вот в реальном мире. А вот в их мире я нихуя не понимаю. Что такое цистерна? Ты есть хотя бы одна идея у кого-нибудь? А? У меня нет. Вообще, блядь, ни одной. Ни однушенькой. Иди-ки, у меня нету. К сожалению. А, здесь вот ебанется, да, отсюда? Смотри, птица летит. Две. Охуеть, да, история? Вот это история у птиц. Такой маленький бассейн, нахуй нужен? Да не поплаваешь, ничего, блядь. Ну, тут скучно же. Ну, скучный бассейн у тебя, мужчина. Сделай себе нормальный бассейн. Что за хуйня? Так, мне, короче... так, мы здесь были. Здесь... Не были. Че, я не помню то место. Нет, я помню, мы здесь разговаривали, но я особо его не исследовал, да? Никуда не ходил. Сундучок. Записка Октавии. Читать. Блядь, ну давай читать. Он от анонимного друга Октавии. Да благословит и сохранит тебя Господь. Жаль, что я не могу рискнуть обсудить это с тобой лично, но если я не ошибаюсь, то ты такая же верующая, как и я. Возможно, ты не можешь открыто поклоняться, но знаешь, что ты не одна. Если ты когда-нибудь почувствуешь, что тебе нужно где-то помолиться, можешь пойти в особое место в пещерах за театром. За театром есть пещера. Я знаю театр, но за ним. Там нет пещер, там, блядь, здание. Поверни направо, на первой развилке и еще раз на второй. И че, блядь? Я тогда выйду в проход, а потом наверх поднимусь, опять к театру. Путь к тайному святилищу. Войти в пещеры за театром, затем поверните направо, на первой и на второй развилке. О, блядь. Хорошо. Так, что-то мы уже узнали, да? Ну ладно, пойдем за театр сейчас сходим. Подожди, давай с ней поговорим. Они такие все одинаковые, по-моему, да? Это другая вроде. Новое лицо, а вы, да, присмотрите за тобой, Веста, я их, видите, чем обязана. Так, я пойду. Вот чем. Надеюсь, скоро мы снова увидимся, да. Ладно, сходим за театр. За театр? Я такой, знаешь, перешули на театр русский. За театр. И там посмотрим, что можно сделать, понимаешь? За театром мы посмотрим. Хорошо. Ля хорошо, да? Я немножко китайский. Да, ля-ля-ля-ля, хорошо. Хорошо, да, хорошо. Ля-ля-ля. Динариев, нахуй. У меня смотри, сколько у меня динариев. Смотри, просто 10 тысяч. Пиздец, да, я могу весь город. Этот город я могу весь купить на их же деньги, которые я спиздил у них. Каждый день понемножку пиздил. И напиздил.
О, блядь. Домицы, эй, ты же не собираешься лезть в цистерну? Это цистерна, блядь. А кто такой Домицы? Собираюсь, а что так? Это не входило в мои планы, но теперь да. Собираюсь, а что? Тебе никто не рассказывал о Ганнибале, почему я должен все за всех делать? А, так вот, был тут один парень, звали его Ганнибал, ага, с забавным акцентом. Спускался в цистерны, искал хлам, который можно было... Однажды, несколько недель назад, он вышел и сказал мне, в цистернах водятся привидения. Сказал, что слышит вопли духов. Конечно, ему никто не поверил, ведь кто поверит карфагеняне, ну верно? Бля, я пропустил. Спускаюсь за ним, значит темно, но вдалеке можно разглядеть тело, распростертое на земле. Над ним сгорбилось нечто, от чего у меня кровь застыла в жилах. Ни слова лжи, так все и было. А существо, похожее на труп человека с содранной кожей, и оно пожирало Ганнибала. И что ты сделал? То, что сделал бы любой здравомыслящий человек. Я вышел оттуда и повесил на дверь табличку, чтобы предупредить остальных. История, конечно, захватывающая, но я все равно пойду туда. Тогда тебе не жить. Ну и хорошо, да и хуй с ним. А что, блядь, мне что делать? Пойдем. У меня есть, знаешь, фонарик. О. Заебись. Блять, красиво вообще. Классивонько. Я забыл, что есть фонарик. Без фонарика это было бы хуёнько совсем. А еще у меня есть лук. И что, я ему как в ебало засажу? Ты кто, блядь? А почему он не подыхает, блядь? Я не понимаю. О, подыхает. О, блядь, прекрасно подыхает. Вы подыхаете прекрасно, сударь. Как мои стрелы-то? Почему, сука, стрелы-то не собирает? Ой, блядь. Ну пиздец. Че такое? А что это за хуйня? Музыка такая тут расслабляющая, даже не страшно. То есть сделай какую-то такую, знаешь, музыку такая, что прям пиздец, аж жопа сжималась. А нет, такого нету. Музыка как музыка. Так, сейчас подожди, сходим сюда, посмотрим сначала. Обследуем. Ну может что найдем, может нет. Так, типа, как ты знаешь? Я даже не знаю, что я ищу просто. Я вот что-то ищу, блядь, а что поймешь? Хуй поймешь. Просто хожу. И все. Такая хуйня. А что тут такое есть? Блять, она ебало повернула на меня, да? Слышал? Кошелек с монетами. О, охуенно, 256 монет. Заебись! Не зря спускался. Уже хоть что-то. Я все беспокоюсь, знаешь о чем? О батарейках моих. О батарейках, блять, беспокоюсь. И они могут закончиться, и все, и пиздарики. Я ж не знаю, у меня здесь нет заряда. Но они, это же батарейки, они рано или поздно закончатся. Такой вот смысл работы батареек. Заканчивается. О, стрелы, хорошо, блядь. Все, забрался. Четко, блядь. А прикинь, если бы я не нашел стрелы. Мне сейчас дали пизды и убили бы. А я нашел. А мне не дали пизды. А я нашел и сам дал пизды. Вот так бывает. Хочешь кому-то пизды? Найди чем. Найди, и сразу будет тебе хорошо. И сразу станет легче жить. Че это? Это какая-то хуйня какая-то. О, еще стрелы. Денежки. Заебись. Так. Что-то истощенное человеческое существо, осыпанное золотом. Похоже, оно было раздавлено насмерть, когда входило в цистерну из пещеры. А чем с ним делать? А мне не пройти дальше? Что это за хуйня? А почему мне не пройти? А почему, блядь, мне не пройти? Ничего, блядь. Что я здесь нашел такого интересного? Ну, я нихуя не нашел. Я просто все пришел, видишь? Туда не пройти. Никак. Завален вход. О, блядь, обидно, пиздец. Водичка. Водичка грязная, наверное. Туда все как говнище, да, стекает. Из того, помнишь, общественного туалета, который мы изучали? Наверное, вот оттуда прям течет, блядь, пиздец. Целой рекой. А я хожу здесь. Хожу в этом хе-хе-хе. Пытаюсь что-нибудь найти. О, подожди. Не, нельзя. Я думал, сюда можно пролезть. А хуюшки. Вот что можно сделать туда. Можно сделать хуюшки. И больше ничего. К сожалению. Величайшего, к сожалению. Пиздец, да, водопад говна, смотри. О, и поесть, а что такое? Что-то есть, да, здесь? Золотая статуя. Золотая статуя. И все, блядь. И все. Осмотреть. О, ползучие лозы. Так поползли, блядь. Можно по ним? Ну, пожалуйста. Блядь, нельзя. Я думал, по ним можно проползти. А нихуяшник. Нельзя, блядь, по ним лезть. А почему они-то ползучие, суки? Они просто висячие тогда. Говорите правильно, висячие ебучие лозы. Больше это нихуя. А, так, по ним можно было бы забраться. О, подожди. Положи, чё, блядь? Можно, если бы только они могли выдержать мой вес. Ну а как мне? Я вот не понимаю, вот эту хуйню я не понимаю. Что это за намеки такие? Если бы они могли выдержать мой вес, а я бы мог по ним забраться. И что, блядь? Мне что, от этого легче как-то стало? Нет, не легче мне стало. Вообще не легче. Это цистерны.
Ну как пройти, я не понимаю. Пока непонятно. Бля, да? Вот это вот. Но мне кажется, как-то можно будет по ним все-таки со временем пролезть. Надо просто похудеть. Пока что. Мне никак, мне никак. Я жирненький такой кабанчик. Я по ним начинаю лезть, они обрываются. И все. И никуда не происходит. Это денежки? Это, нет, это просто мешок. Это просто какая-то хуйня. О, что-то нашел. Лунная подвеска. Кулон в форме луны. На обратной стороне есть надпись на латыни, которая гласит «Сен Диадеф». Нихуя себе. А что ты можешь взять себе? Взять предмет? Ну, давайте. Прикольно, блядь. Что-то нашли, да? Наконец-то, блядь, хоть что-то полезное нашли. Ну, а что? Нормально. Меня устраивает. Я особо не этот. Не капризничаю. У этого почему-то что найти, да? А у них ничего нет. А вот ничего, блядь, нет у него. И вот поступай как хочешь. Хочешь, уходи отсюда. Не хочешь, не уходи. Так, это у нас получается... Мы нашли что? Это какая-то... Цистерна, да, это у них называется? Это называется цистерна. Ну и хуйня какая-то. Они цистерна, честно говоря. Нашли какой-то сраный кулон. И чё, блядь? И что? И что дальше, блядь? Они хуйня. Из-за я не знаю, что дальше. Ладно, дальше мы, знаешь, что сделаем? Мы дальше берем фонарик. Пойдем с ним поговорим. Я скажу ему, что я выжил. Я молодец вообще. Ну что еще, блядь? Ладно, видишь, ничего нового. Ничего нового мне не сказал. Так, оп, так. Видишь, здесь делаешь действие, и надо сразу идти к кому-нибудь, что-нибудь спрашивать. Возможно, что-то появляется. Варианты какие? У нас сейчас пойти за театр, нам сказали, пойти за театр. Ну, пойдем сходим за театр. Так, ничего новенького, ладно. Видишь, как уже по-быстрому стали? Я тебе покажу просто, что имелось в виду, когда я про театр говорю. Да-да-да-да-да, Лук, я тебе... Нет, не интересно. Да ты ебись ты, блядь. Прости, но нет. Так. Вот у нас здесь театр. Вот видишь он? И нам что сказали? Нам сказали. Концы в воду. Попасть в верховную, верхнюю цистерну. Мне для этого нужен дуль, я думаю. Эквития. Нужно отыскать четвертую таинственную скрижаль. Надеяться. Так, понятно. Египетская, римская, греческая. Фокус с исчезновением. Грешник, угрозы. Так, понятно. Демократия. А где эта хуйня? За закрытыми дверьми. Чего-то я не понял. Гераклов труд. Я, блин, какое-то было задание, что идите... Она же сама сказала, иди вот за театром. Вот этот театр, да? Прям пройди за театром направо, еще раз направо. Но это явно не здесь. Знаешь почему? Это потому что, блин, потому что это театр. А нам надо за театр направо и еще раз направо. О, а мы здесь не были, блин, сорик. Отойди, блин. Что ты встал-то? Ты пиздец, да, встал-то, пишет. Как мне подвинуть? Ты можешь съебать отсюда, нахуй? Ты можешь, блядь, съебать отсюда статую? Почему мне не пройти? Ну и чё за бред? Въебал я, посиди. Свет! Да будет, сука, свет, а ты... Так, подожди. Давай ебанем. Промеж глаз. Пизда ты, да? Прямо в палец. А мне как-то... Чё-то никак, да? Ну надо же как-то пройти туда. Она не хочет, она не дает. Мразь, мразь, сука. Ну, я сразу бегу. Буларики! Нет. Не получается. Ладно. Хорошо. Раз ты такая сучка драная. Я тогда придумаю что-нибудь другое. Пиздец, я уже забыл. Что нам надо? Так, активные задания.
Короче, знаешь, что делаем? Попиздовали обратно, сходим, знаешь, к кому? Сходим сейчас к Дуле, может быть, что-то откроется, я не знаю. Может быть. Вот здесь Дули находится. В прошлый раз мы ему отказали, ну, я ему отказал. Во, блядь. Привет, мы уже встречались? Расскажи о себе. Так, это мы спрашивали, ты не знаешь, как отсюда выбраться? Как, да, давай так. Вот, ты выпустишь меня отсюда, правда? Да. Что ж, я могу попробовать, давай я поговорю с магистратом о том, чтобы тебя выпустили отсюда. Речь не об этом, я спрашиваю, не знаешь ли ты, как отсюда сбежать. Давай первый вариант. Галерий уже пытался это сделать, он сказал, что магистрат не будет слушать, несмотря ни на что. Тогда, может, стоит завести нового магистрата? Так, давай, может, я просто вытащу? А как же правило, я не хочу, чтобы были неприятности из-за этого, что я плохо себя вел. Тогда, может, стоит завести нового магистрата? Так, понять, как добиться избрания Галерия магистратом. Как Галерий, он хороший, мне нравится Галерий, он сделал мне куклу. Если ты поможешь сделать его магистратом, он сможет вытащить меня отсюда, а я дам тебе ключ сокровищ. Ганнибал сказал, что это было в цистернах. Я не помню, что это было, только то, что она расположена очень высоко и очень ценная. Так, я займусь этим. Пока. Дули, блядь. Дули. Я думаю, просто выйдет и все. Нет, это опять сложно все. Что думаешь о золотом правиле? Золото, то есть сокровища. Давай поговорим о сокровищах. Мой друг Ганнибал присматривал за мной и сказал, что всегда будет присматривать. Но потом он умер, это было очень грустно. Он сказал, что если с ним что-то случится, я должен найти что-то очень ценное, спрятанное в доме. Он дал мне этот ключ и заставил пообещать хранить его до тех пор, пока я не найду сокровище. Но я не смог его найти. Я помню только, что он говорил что-то о цистернах, но когда я поднялся на самую высокую, меня посадили сюда. Теперь никто не заботится обо мне, кроме моего друга Галерия. Журицу, она милая дама. Так, ясно. Пиздец, блядь. А мне получается... Подожди, я хочу у тебя ключ забрать. Мне никак вообще его не сделать. Никак. Вообще, представляешь, никак не взять у него ключ. Надо будет ебаться сейчас. Не пойми, что делать, чтобы его освободить и с ним пойти. Ла-ла-ла-ла-ла. И чего, блядь? И куда мне сейчас идти? Косметическая банка. Пойдем тогда... Так, мы здесь были. Пойдем обратно к этому. О, появился флаг. Пойдем на флажок. Вот я люблю, когда есть флажок. Хоть понятно, что делать становится. Сходим к этому, к Сентию, или как его зовут, ты забыл. И все. И там еще будет одна его девочка сидеть на диване. Сразу с ней обсудим все. Четко. Давай с ней поговорим. Сначала. Ля-ля-ля-ля, Сентия. Так, что думаешь о золотом правиле? Козя. Знаешь, некоторые говорят, что это все создал какой-то всевидящий бог, который наблюдал за всеми, что мы делаем. Но каким бездарным и ужасным надо быть богом или богиней, чтобы дать пропасть моей сестре, когда ты всеми, за всеми следишь? Справедливый вопрос. Ты меня слышал? Я проклинаю тебя, трус. Где моя сестра? Ты охуел, что ли, блядь? Я-то при чем здесь вообще? Ну, что скажешь в свое оправдание? Нет ответа. Ничего, так я и думала. Блять, в этом городе все ебанутые. У женщин тут вообще какой-то, мне кажется, немножко... Ну, только проблемные сюда попадают. Это было безрассудно. Ну что ж, по крайней мере, мы знаем, что богохульство не нарушает золотой правил. Говорю тебе, это наш загадочный бог заснул на работе. Либо так, либо люди говорят правду, и все это просто детская сказочка, которая отец нас пугает, чтобы мы себя хорошо вели. Так, сдается мне рано или поздно, мы это выясним. Давай второй вариант. Так, да, сдается мне так есть. Так, мы можем поговорить о Сентилле? О, видимо, ты уже знаешь о ее исчезновении. Так, этот кулон лежал в цистерне, не знаешь, кому он мог принадлежать? О, нет, этот кулон Сентиллы, который я нашел только что. Вопрос в том, что он делал в цистерне? Он был на шее скелета. На скелета? О, боги, ты хочешь сказать, она... мертва, увы, да, мне жаль. Так, даже не знаю, здесь что-то не сходится, не знаю. Второй вариант, то есть типа, я не понимаю, как от нее мог остаться один скелет всего через 3 недели. А, наверняка я зря беспокоюсь, неважно. Так, давай первый вариант. Но разве Домиция не говорила, что внизу живет какая-то тварь и что она убила и съела Ганнибала? Может, она напала и на Сентиллу? Да, думаю, это бы все объяснило. Да, он рассказывал, что наводит меня на мысль, что если... Это скелет Ганнибала. Что если это скелет Ганнибала? А, наверняка я зря беспокоюсь, неважно. Блять, ну и варианты, да? Да, нужно это бы... Нужно, думаю, что... Что, блядь, у меня с языком? Да, думаю, это бы все объяснило. Да, он рассказывал, что наводит меня на мысль, что... Если это скелет Ганнибала.
Здесь, да, второй, какой-то странный второй вариант, да, второй вариант. О чем ты? Хочешь сказать, что-то прокрался, кто-то прокрался вниз и надел кулон Сентилы на кого-то другого, чтобы запутать следы, что, ну ради чего? Зачем? Так, возможно, ее кто-то похитил и теперь пытается замести следы. Я считаю, она сделала это сама, чтобы мы перестали ее искать. А наверняка зря беспокоюсь. Давай, может быть, первый вариант или второй? Или второй. И сделала сама, чтобы... Давай первый. Я не знаю, ее, может, похитили. Но кто? Зачем кому-то с ней так поступать? Да я не знаю, блядь. Это бездец вариантов. Малиол. Он пошел бы на что угодно, чтобы навредить твоему отцу. Домиций. Он мерзавец, и ему проще всего заходить в цистерны. Ульпий. Он был ее тайным любовником и убит горем. Возможно, у них была ссора. Гораций. У него была возможность взять кулон, и он уж слишком спокоен и хладнокровен. Сентий. Возможно, он узнал о ее тайне любовника. Например... Так, и последний вариант. Например, ты. Ее все любили, а ты ей наверняка завидовала. О, давай последний вариант, он хотя бы интересный. Это возмутительно. Я бы потребовал доказательства, но и так знаю, что у тебя их нет. Изволь держать свои безумные теории заговора при себе. И не мешай мне оплакивать сестру. Ты, варварская отродье. Понятно. Мне кажется, я зря так сделал, да? Не мешай мне оплакивать сестру. Ага, понятно. Понятно. День обновится, она все забудет, я к ней приду, и все будет хорошо. Вот так. Такой вот еду коварный чувачок. Давай поговорим. Эй, стоять, Сентий. Наконец-то мы одни, полагаю, ты уже знаешь, кто я. Могу я знать твое имя? Так, я Крис, мы уже обсуждали все это. Так, обсуждали, а подожди, если я правильно понял, тот, кто скоро нарушит золотое правило, вынудил меня открыть временной портал, чтобы поставить сюда тебя. Должно быть, я поручил тебя выяснить, что ты, кто преступник, но я предполагаю, у нас ничего не вышло, и тебе пришлось начать все сначала. Все верно? И если да, то что случилось? Так, я не могу оставить эту катастрофу. Так, это мы тоже уже обсуждали, я, правда, спешу. Правило было нарушено из... Давай второй вариант. Грубоватый ответ, но хорошо. Что тебе от меня нужно? Так, я могу... Могу я получить ключ от верхней цистерны? Лучше я оставлю его при себе. Понятно, блядь. По какой причине? Ты спрашиваешь, почему я не доверяю новому человеку, даже не гражданину, ключ от нашего запаса воды, источника жизни нашего города? Прости, но это просто исключено. Видимо, мне придется найти другой способ. Мне кажется, что ты же так, ясно. Ясно, давай просто ясно. Я хочу, чтобы ты освободил Дули. Ты о Дули? Дуили? Боюсь, это исключено. Это слишком большой риск, я не могу его отпустить. Известно ли тебе, что этого человека не раз ловили там, куда ему запрещено заходить? Что конкретно он сделал? Послушай, я понимаю, к чему ты клонишь. Ты считаешь меня жестоким, уверяю. Это тут ни при чем. Возможно, ты об этом не знаешь, но... Еще не так давно, во времена республики, закон 12 таблиц предписывал убить его еще при рождении из-за его недостатков. И здесь же мы обеспечиваем его едой, водой и жильем. А главное, он может продолжать жить. Да блять, поторопиться, сука! Этот человек напрочь лишен самодисциплины, плохо понимает, что происходит вокруг, и к тому же он неисправимый преступник. Ну понятно. Я не стану подвергать опасности жизни всех ради свободы одного человека. У тебя еще есть вопросы? Да. Блять, ну пиздец. Я хочу, чтобы ты освоил Дули. Блин, какие у меня еще что спросить? Ну, так, ясно. Ну, все тогда. Я сейчас же этим займусь. Спасибо. Блять, что-то я вообще легче не стал, да? Он его не хочет освобождать? Мне надо в цистерны как-то попасть. И без него мне ничего не сделать. Без этого Дули. Ну, это же бред какой-то. Это же просто бредятина. Как мне без Дули сейчас динариев? Нет, я не хочу. Нахочу. Записка от Сентилы. Сентила выражает благодарность Сентию за то, что он удочерил ее. От Сентилы Сентию пусть Юпитера Оптимус Максимус продолжает защищать и направлять вас. Спасибо за то, что сделали меня своей дочерью и за прекрасный кулон на день рождения. Я обещаю, что буду носить его всегда. Я чувствую себя в безопасности и счастлива, что вы мой отец, а Сентия сестра. Я чувствую, что вы переживаете из-за выборов в следующем месяце, и думаю, что если сумеете показать себя таким, каким я вижу вас, сильным и надежным, то сможете победить, я в этом уверена. Так, понятно. От Сентилы Сентию. Сентила написала Сентию, сообщила о кулоне. То есть он знал о кулоне, да? Он мог его подкинуть. Это такая теория. А может быть, все гораздо сложнее, как-то, или проще, или хуй пойми как. Или через одно место как-нибудь, да, все?
Пиздец, да? Высота. Вообще, кто такая? Ну что, нам вариант получается туда пиздовать, на самый верх. А еще что делать? Я просто не знаю. Мы сейчас всех спросили, со всеми поговорили. О, блядь, ноги переломал. И все, блядь, и можно дальше уже идти. Новых заданий у нас, получается, нет. Точки отчета. Концы в воду. Праведник. Ну да, сходим наверх, там с ними поговорим. Следующую серию начнем сразу с верхушки. Вот сюда приду. А пока что подписывайся на канал. Включай колокольчик, ставь лайки, пиши комментарии, подписывайся на паблики. Все ссылочки будут в описании под видео. Все, друзья мои, всем пока.